Вот куда лабутены привели. Героиня клипа «Экспонат» группы «Ленинград» Юлия Топольницкая сыграет одну из главных ролей в новом ситкоме. Сериал «Стерва», в котором и появится Юлия, выйдет на канале СТС. Топольницкой досталась роль манекенщицы Нелли Сусловой, подруги главной героини ситкома. Актриса считает, что девушку на лабутенах и ее нового персонажа объединяет вульгарная одежда. Вот только Нелли не наглая, а открытая и наивная. Напомним, что клип на песню «Экспонат» принес 24-летней актрисе всероссийскую известность. В первые дни после премьеры его просматривали ежедневно около миллиона раз.